Сзади такой, такой. Доброй ночи. Здесь вот мальчишки играют, резвятся, быстро подружились, полюбились друг другу. Это не просто мальчишки. Да. Хачики. Азиатские хачики. Нет, евроазиатская кровь в них течет. А все потому, что их мамы, подружки детства, одноклассницы. Мы вместе учились в одном классе. И вот надо же, как друг на друга подействовали. Азиатка, наоборот, вышла замуж за кавказца, а кавказка за азиата. И вот какие красавцы у нас получились. Вот моя любимая, близкая подружка, подруга с детства, Фатимка Ахмедова. Кто ее не знает? Фатимка, а где мы познакомились? Как познакомились? У меня почему-то детство, вот действительно... Да? С тобой связано. Нет, очень даже хорошо. Красоту ничем не испортишь. Годы на тебя плохо не подействовали. В школе где познакомились? Ну, в школе. Но почему-то ты знаешь, с первых дней я стала с тобой дружить. И вот я, мои воспоминания, знаешь, с чем связаны? 22 января я очень хорошо запомнила. И вот первый раз я когда к тебе пошла в гости. Ты знаешь, мы что ели? Салаты из фасоли. Потом долма ели из виноградных листьев. 22 января. У нас в нашей кухне вообще нет таких блюд. Это было что-то для меня. Это что-то экзотическое, что-то вкусное, необычное. А сейчас я живу в таком регионе. Что кушаю день и ночь долму, да? Что в каждом доме, куда ни глянь, фасоль, долма. Да, Вадим. Говорят же, что наши мысли реализуются. Наверное, сидела и мечтала. Вот бы мне кушать каждый день. Вот реализовались. Реализовались, да. Да нет. Вот видно, действительно, с детства ты так много была наслышана об этом народе, Дагестане. Дагестанцы. Мне нравятся танцы лезгинские, темперамент кавказский. Да, 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 да. И вот, наверное, это оттуда и пошло. Да, Фатимка, я очень рада тебя увидеть. Когда вижу тебя, сразу веет воспоминания. Воплощение своей мечты. Да, веет воспоминания. У нас же есть что вспомнить. Да, это точно. Да, да, да. Наше детство вместе прошло в одной школе, в одном классе. Но, Фатим, если я буду вспоминать, там, знаешь, одного вечера не хватит. Мы сейчас сидим с Фатимкой. Смотрим школьные фотографии. Вместе вот мы сидели в одном классе. Вот даже вот смотрите. Вот от учительницы вторая это Фатимка, а вот третья это я. Вот мы даже в школе вместе сидели. Вот он наш третий Б-класс. И вот сейчас мы каждого разобрали по косточкам. Столько лет прошло. В этом году 30-летие окончания нашей школы. А все как будто было вчера. Все как вчера. Всегда интересуемся, как сложилась судьба наших одноклассников. И вот хочется всех собрать. Многие уехали из этой страны в другую страну, в другой регион, из одной улицы на другую улицу. Кого-то нет среди нас живых. Да, Лена Горшкова. Лена вот Горшкова. Да, так погибла Лена. Да. Сель попала, бедненькая. Да, да, да. Вот каждого помним. Смотри. Там новые песни, мне ужас. Очень приятно было бы со всеми увидеться. А знаешь, Фатимка, я почему люблю вот с тобой встречаться, с одноклассниками? Потому что они... А тебе рассказывают, ну, о себе рассказывают больше, чем ты знаешь о себе. Понимаешь? Ну да, ты что-то не вспоминаешь, а они все помнят. Да, я вот помню все о тебе, а ты вот эти нюансы не помнишь. А вот ты мне рассказываешь, и вот действительно, это что-то. Да, нашей дружбе, Фатимка, тогда получается сколько лет? Если я с тобой подружилась, было мне 7 лет, так 40 лет, Фатим. Да, 40 лет уже прошло. Столько не бывает. Столько не живут. Столько не живут. Вот видишь, слава Богу, живем, детей воспитываем, внуков. Внуков, да. Слушай, ну дай Бог, чтобы наши встречи всегда дарили радость. Да. Всем здоровья. Да. Всего самого хорошего. Жалко,
что не можем все вместе собраться, как в классе. Жалко наших учителей. Те, кто уехали, они не видят их, а я их вижу. Они стали такими старенькими. Старожков умер. Валентина Михайловна химик здесь до сих пор. Я ее вижу, здороваюсь. Калугина Валентина Степановна очень болеет с ногами. Тоже часто вижу. Очень жалко. Надежда Федоровна очень постарела. Это видно, сказывается возраст, Фатима. Возраст. Возраст, возраст. И когда на них смотришь и думаешь, блин, как жалко наших учителей. Да, да. Добрых, хороших учителей. А годы летят, наши годы как птицы, и их уже не вернуть назад. Видишь, для нас они остались такими же молодыми, красивыми, а ведь годы берут свое. Да, ну на них смотришь и думаешь, ого, значит мы тоже уже постарели. А вот ты заметила, когда вот мы видимся, ну мы почему-то ни морщинки друг у друга не замечаем. Потому да. что мы на одном уровне. Да. Фатимка, мы остались такими же, если да. не смотреть сбоку. Не стареет душу ветерана, да? Да. Пускай года как ласточки летят. Все зависит, возраст зависит от духа. Да, духом. Главное, подруга, не старей. Да. Не печальтесь, что идут года, и волосы от времени сидеют. Пусть будет молодой душа, а души молодые не стареют. Ой, молодец, как круто сказано. Шамилька, а ты в какой школе учишься? Первомайской. А ты в Первомайской школе, да, получается? Ну, в Беловодской ты учишься. Угу. Понятно. Как учишься? Отлично. Ну, еще бы. Еще бы. Такая мама, такой папа. У тебя мама, знаешь, как училась? Она обычно такая, это... Активистка. Активистка была. Это такая это... была активистка. Она даже могла на уроке болтать-болтать, а тут учительница раз специально ее спросит, а ну, Ахмедов, встань! Она встанет и расскажет. И такое ощущение было, что она даже больше, чем учительница знала. Своими словами она могла рассказать... Зовут Гуля Нурматовна. Больше, да. Да. Вот. Оказывается, интересно, у них такая любовь к кошкам. Я думала, только мой мальчик любит кошек. Да, и Шамилька тоже любит кошек. А знаешь, вспомнила, что часто ходили в гости друг к другу. Пришла к тебе в гости. И ты знаешь, ну, у тебя мама была завскладом общепита. Сгущенки! Море. Море. Так, я, Фатимка, у тебя этой сгущенки объелась, а, я помню. Мне раньше казалось, что я ее никогда не наемся. Да.